И пропевание гласных звуков – это очень круто, потому что, оказывается, гласные звуки, они резонируют с каждым нашим органом, да, они тоже помогают оздоравливаться нам. И мы еще это все комбинируем, потому что йога смеха, она включает в себя ребенка, да. И давайте сейчас выключим взрослого, выключим, возьмем ключик, и так, и со смехом запустим далеко-далеко. Пока-пока, будьте как дети, сказано в Священном Писании, всегда радуйтесь, да? И сейчас сердцу приложим ключик и включим ребенка. И включаем и делаем рот до ушей, вот завязочки при шее, да? И какие же правила смеха? И самое главное, если мы говорим про дыхание, да, во-первых, мы делаем вдох как низом живота. То есть вот те, кто первые, они делают вдох обычно вот так, да, у них живот подтягивается, плечи поднимаются. Мы сейчас плечи закрепили, опустили плечи, все опустили, все, грудь, плечи зафиксированы, и здесь у нас низ живота надувается радостью. Задержали, задержали, задержали. И животик, пупочек втягивается. Еще раз вдох. И так я забеременели гормонами радости, эндорфинчиками. Вот так их поболтали, как водяной, да, чтобы они нас хорошо-хорошо разошли по телу. Выдох. И на носочки стали еще раз. Свежесть утра, энергию этого дня взяли. Задержали, задержали, задержали. И на выдохе лошадку. У всех расслаблены губки. Если лошадка не получается, вот так нажали и... И сейчас мы с вами немножечко сделаем массажик лица нашего, да, чтобы у нас хорошо-хорошо работали мышцы, да, вот так себя прогладили, да, ушки, голову хорошо-хорошо, я уже облилась, наверное, видно, да, волосы мокрые, сейчас еще так классический беспорядок такой сделаем, классический беспорядок, и наш мозг такой, лепим из него, такой, чтобы он был пластичный, креативный, вот так его массируем, мозг тоже любит массаж, да, и челюсти подвигаем. Ой, красавцы. Лариса, включайте камеру. Вперед-назад. По кругу. Верблюд жует. Только не плюйтесь на друг друга. Другую сторону. Хорошо, хорошо, да. И сейчас, друзья, мы с вами будем пить из рога изобилия. И мы сюда набираем много радости, здоровья, счастья. Сбалтываем это все, смеемся и пьем. Еще раз сбалтываем. А все помнят, что мы живот набираем воздух, да, плечи опущены. И сейчас широко-широко открываем рот, чтобы больше зашло. Громко-громко смеемся. И... И на себя так еще... Здоровья, на друг друга брызгаем. И теперь это все хорошо, хорошо. Такой крем, молодильно. О, и размазываем все, смеемся. Ротики широко открываем, смеемся. А у кого тут залежало что-то на холке? Какие-то проблемы, печальки? Ну-ка, развиваем нашу холку. Вот развиваем наше здоровье такое, да, животик.
А теперь берем зубную щетку. Левую руку берем. Зубную пасту. Да. И начинаем смехопатой считать, если я. Хорошо, левой рукой чистить. Вообще ничего не понятно. Сердца, микрофоны, да, слушаем Ларису. Микрофон. Благодарю, да, благодарю. Просьба, когда мы смеемся, можно включать, но когда начинаю говорить, будьте внимательны. Если меня не видно, кликните на окошко, где я, чтобы я стала у вас на полном экране, чтобы вы видели. И когда я говорю, старайтесь слушать, да? Как вот говорят, есть умение говорить, есть умение слушать. И у нас есть умение смеяться, что-то выполнять, да, есть умение слушать. То есть мы слушаем, потом выполняем, потому что у нас тренировка, да? И хорошо, микрофоны, Лариса, кто-то включен. Нет, все равно надо выключать все микрофоны. Выключите, пожалуйста, а то не видно и не слышно Ларису. Да, особенно у нас есть кто-то из участников, я уже заметила, которая всегда смеется. Ей все равно что-то говоришь, объясняешь, она сама по себе. Поэтому вот эта участница. Поэтому вообще ничего не понятно, действительно. Вот один только смех, вас не слышно, ни упражнений, ни что мы делаем, но как-то это несерьезно, правда. Да. И почему жуки еще есть? Все, хорошо, давайте тогда будем включать уже, ну, тогда дальше, когда прям будем, дальше, когда будем смеяться. Итак, значит, делаем мы вдох животом, напоминаю, рот мы открываем широко и стартуем с буквы А, да? Давайте скажем, кто победитель, скажу я, да? Итак, кто победитель в этой жизни? Скажи «Я!» И вот так, когда мы смеемся, у нас рот, важно, чтобы был открыт. Почему? Почему громко? Почему рот открыт? Почему на букву «А»? Кто скажет «Почему?» Все ради того, чтобы у нас как можно больше вышло вот из нас, всех залежей, да? И чтобы потом был длинный-длинный выдох. Вот все наши правила йоги-смехи, они служат самому главному одному – это длинному выдоху. Для чего? Когда мы все-все из себя выдыхаем, все ненужное из нас выходит, и потом, когда уже совсем дышать нечем, мы берем вместо одного литра
4 литра кислорода. Понимаете, в чем разница обычного смеха и когда мы смеемся по правилам йоги смеха? То есть йога, пранаяма, дыхание – это самое важное для человека. Без еды человек может прожить 40 дней, без воды, там, не знаю, 3 дня, может быть, да? А без воздуха несколько минут, 2-3 минуты, и все. То есть воздух – это самое главное, когда занимаете себя, открываете форточку. И вот здесь очень важно, чтобы мы делали длинный-длинный выдох. И, как я уже сказала, во всех трех инструментах – смех, откашливание и пропевание голосовых – выдох должен быть длинный. И когда у нас уже нет голоса, что мы делаем? Беззвучно еще додавливаем все из себя. И берем вдох только, когда уже прям задыхаться начинаем. Вот тогда у нас такой жадный, голодный вдох. Понятно? И сейчас мы это упражняем. Берем два смеха-мешочка и будем смеяться длинно. Голоса не станет, мы не прерываем, мы не делаем так, а мы бесшумно выдыхаем из себя, хорошо? То есть длинный выдох. Итак, взяли наши смехомешочки, зарядились от них, и вдох. Слышали? То есть голоса уже нет, а мы выдыхаем бесшумно. И еще раз. Где? Вдох. Нету. Откуда у меня? У мамы? Она вроде все продала. А что тебе надо еще? Девочки, выключите микрофоны. Мама, что вроде продала? Надо спросить у мамы. Лариса, выключите микрофон. Господи. Лариса, камеру включите, а микрофон выключите. Вы все перепутали, сделали наоборот. Получается бесшумно смеяться? Давайте, как на зубы дед, бесшумно. Вы знаете, когда человек смеется, он закатывается. Уже голоса нет, а он... Вот полностью выгоняем. Еще раз вдох. И... И вот тогда мы распахиваем наши легкие, когда мы уже задыхаемся, да? Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами будем вот сюда в валанчик давать всякие такие вот записочки, знаете, когда вот мы в стенку вставляем, да, вот сюда мы записочки и пишем все самое лучшее. Давайте, здоровье, радость, счастье, успех. Что еще? Изобилие, процветание, новые партнеры, рост команды, повышение самооценки, уверенность, харизма, лидерские качества. И сейчас мы вот такие валанчики будем друг другу запускать и обмениваться вот такой радостью и успехом, хорошо? И взяли ракетки, ну тут включаем образное мышление, потому что это метафизика, да? И... И отбиваем нам тоже, вы мне кидайте, я вам друг другу. И летит баланчик во все открытые окошки. А вы мне кидайте. Ларочка, тебя не слышно. Звук. Лариса, звук. Не знаю, почему не слышно, у меня звук включен. Очень слышно. Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами выберем, куда мы с вами поедем. И крутим наш глобус. Оп. Турция.
Анталия! И в октябре месяце едем на ретрит! Ура! И вот мы с вами приехали в Турцию, прилетели в Турцию, а здесь классно Средиземное море, чисто. Мы взяли за ручки, попрыгали и поем ура! Из рта переходит смех, ура! И берем энергию морского воздуха, вдох. И... и побежали в воду, побежали. И взяли за ручки, легли на спинку и ножками на фото. А? И поплыли, а ты смеемся. И назад. И по-лягушачьи, и квакай, побежали на берег. И сейчас мы все превратимся с вами в подводные растения, да, такие морские растения. И нас колыхает, и мы с вами вот чувствуем прикосновение ветерка. И когда рыбка нас коснулась, закрыли глазки. И сейчас вот каждый суставчик, он хочет, чтобы вы его прочувствовали. И вот такой вот свободный танец нашего тела, да. Вот так, да. Вот такая вот зарядочка, да. Вот чувствуем свои руки. Что-то, может быть, уже... так залежалась, да, засиделась, где-то что-то уже нужно разработать, потому что то, что мы не разрабатываем, то у нас постепенно уходит, как не нужно. Поэтому, чтобы у нас все хорошо работало, да. А, хорошо. Теперь одну ручку крутим вперед, одну ручку крутим назад и смеемся. И все, что мы делаем, мы смеемся. Вот тут они встретились, поздоровались. У кого не получается, все равно смеемся, а потом потренируйтесь сами. И в другую сторону. И я. Так, в другую сторону. Хорошо. И йога смеха, она включает в себя нейрогимнастику. Это прокачка правого и левого полушария. И сейчас мы с вами сделаем вот так кулачки. И на одной ручке раскроем пальчики. Раз, два. Раз, два. И смеемся. Раз, два. И кто может быстро... Такое домашнее задание попробуйте, да. Берем себя за нос. И под руку за ухо. И поменяли. Поправляем. Раз, два. Получается? У нас очень много-много различных упражнений нейрогимнастики. Это развивает нашу память. Это профилактика деменции.
Альцгеймера и так далее. Хорошо, все мы делаем со смехом. А сейчас нам нужно откашляться, да? То есть мы уже много-много просмеялись, у кого-то уже начинают там хрипы появляться, все, откашливаем и обязательно сплевываем, да? И вдох, те же самые правила, широко открываем рот, вдох через животик, длинный-длинный выдох, вдох. И... Еще раз вдох. Длинный-длинный выдох. Мячик отбиваем. Вдох. И... Хорошо, молодцы. И чувствуете, да, голос уже другой становится, более объемный, горлышко округляется, да? И сейчас мы пропоем наши звуки. И тоже делаем это на выдохе долго-долго-долго. И вдох, животик. Звук А. Нет, мы еще додавливаем. Все от нас выходит, хорошо? И смотрите, можете менять сами тональности. Вот как вам хочется, импровизируйте. Можете там. И так на каждую букву. Итак, звук О, вдох. Тянем, 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 тянем. Хорошо, молодцы. Кто молодцы? Мы молодцы. Да, класс. А, О, У, вдох. А-О-У-Э. И вдох. Звук И. Вдох, и давайте вот так сейчас, да? Мы же тренируем. И вдох. И тянем, тянем. Долгий-долгий выдох. Потом сколько звук идет, делаем выдох. Хорошо? И теперь я. А сделаем я так. Я. Тянем, тянем, тянем долго. Хорошо? Рот широко открываем. Улыбка у нас всегда одета. Помним это, да? И длинный-длинный выдох. И громко. Вдох. Я. Вот когда чуть не задохнулась, дышать уже нечем, да, тогда вот тут вот наши 4 литра работают. Хорошо, друзья. Мы сейчас с вами посмеемся на все-все буковки, которые мы прокачали. У нас горлышко кругленькое, уже такой голос становится более объемный, да. Если во время смеха надо откашливаться, откашливайтесь, сплевывайте. Если кружится голова, значит, это, знаете, как высоко в горах, поступление кислорода идет, зевота. Значит, это все сигналы того, что вы делаете все правильно. И, друзья, напоминаю, что смех – это наша первая ступень. Первая ступень из 8 жемчужин. И те, кто сюда первый раз пришли,
Да? Я вас поздравляю, потому что йога смех у нас проходит каждый день безоплатно. Делитесь этим счастьем с другими. Но обязательно пройдите. У нас в ближайшее время будет новая группа. И обязательно пройдите все волшебные упражнения, потому что это прокачка вашего эмоционального интеллекта. И результатом станут события, которые начнут происходить в вашей жизни. Просто волшебные события. С каким запросом каждый из вас приходит? Не надо верить, проверьте. Вы увидите, какие чудеса будут в вашей жизни. Ну а теперь давайте во имя мира во всем мире смеемся, включайте здесь звук. И пока не отключится, смеемся, отключится, тоже продолжаем. Хорошо? И вдох.